Tavern Beach Village and Spa. Гостиничный комплекс Tavern Beach Village and Spa расположился на приватном пляже Тихой бухты на Калей, где горы подступают почти к самому берегу. Отель занимает чуть более 10 гектаров. Отсюда всего 4 километра или 7 минут езды на автомобиле до центра ночной жизни на острове Пхукет, пляжа Патонг. 50 километров до местного международного аэропорта. 22 километра до города Пхукет. Курорт принадлежит сети Tavern Hotels and Resorts Group. Был открыт в 1997 году и частично реновирован в 2008. Территория отеля буквально утопает в зелени. К услугам гостей два открытых бассейна. Здесь зонтики, шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно. В самом центре отеля находится Blue Lagoon, один из самых больших бассейнов Азии. Его общая площадь составляет 4900 квадратных метров. Произвольная форма бассейна и густая тропическая зелень вокруг него создают впечатление чистейшего девственного озера в горах. На пляже отеля шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно. Заходить в море рекомендуется в специальных тапочках, так как во время отливов оголяются кораллы. У отдельного пляжа расположен пирс, с которого можно даже нырять. Здесь довольно глубоко, поэтому кораллы не станут помехой для плавания. Для самых маленьких гостей обустроена детская комната. Большое разнообразие игр и игрушек создают атмосферу сказки. Дети с удовольствием проведут здесь время. Все 195 гостиничных номеров оформлены в традиционном тайском стиле, для которого характерны использование натуральных материалов как для внутренней, так и для внешней отделки и гармоничное сочетание строений с окружающим ландшафтом. В категории Sea View Bungalow насчитывается 30 номеров. Это красивое, уютное бунгало, выполненное в тайском стиле. В их декоре много натурального дерева. У входа в номер имеется небольшая терраса. Бунгало размещены на первой и второй линиях от моря. Террас-вилла – это номера с прямым выходом к бассейну. Их классический тайский интерьер изобилует деревянными деталями. Из натурального дерева изготовлена даже оконная и дверная фурнитура. Номер очень красив и уютен. Роскошная ванная выходит окнами в сад. В ней есть отдельная ванная, туалетная зона и душевая кабина. Все отделано мрамором. В ресторанах отеля готовят тайскую, европейскую и русскую кухню. Завтраки проходят, как правило, в ресторане «Мариса» с 6:30 до 10:30. Любителям японских деликатесов придется по душе великолепный японский ресторан «Яши». Уютный ресторан «Олд Сиам» оформлен в тайском стиле. С его террасы, выходящие к самому берегу, открываются потрясающие виды на море. Здесь же проводятся уроки тайского кулинарного мастерства и обучение резьбе по фруктам. В отеле имеются также коктейль-бар с живой музыкой и снэк-бар у бассейна. Для любителей активного образа жизни предусмотрены площадки для игры в волейбол и настольный теннис. Открыт фитнес-центр. Занятия по большому теннису и водным видам спорта проводятся за отдельную плату. Спа-центр на Калей-Бэй находится посреди довольно большого сада. Здесь чувствуешь комфорт и умиротворение. В спа есть сауна, баня, джакузи. К услугам гостей курсы рисования по ткани, батик. Отель Tavern Beach Village and Spa – это изумительный уголок настоящего тропического рая.